Всем привет, с вами Маша Маева. Ребят, это у меня первое видео на канале, прошу, поддержите меня подписками и лайками. Мяу. Сегодня я выполняю челлендж 1000 чипсов за 10 минут. Когда покупала чипсы, думала, все схрумкую, а сейчас сомневаюсь. Ладно, давайте посчитаем, сколько в одной пачке чипсов. 2, 3, 4, 83, 84, 85. По моим подсчетам, в одной пачке 185 чипсов. Это значит, нам надо где-то взять 5-6 пачек. В общем, берем еще 5 пачек чипсов. Для ровного счета, чтобы получилось 1-1-1, то есть 101. Берем еще 5 пачек, и у нас получится примерно 1111 чипсингов. А в тазике у нас не умещается еще одна упаковочка, поэтому прощайте чипсики. Лайфхак. Чтобы все чипсинки уместились, их достаточно помять. Итак, я готова приступить к выполнению челленджа. Секундомер готов, сок готов, чипсы готовы. Мне страшно, блин. Нет, реально страшно. Надо было второй тазик приготовить. 3, 2, 1. Время пошло. Надо было нигде ничего не есть. Итак, есть ложка? Как нереально. Итак, время 1,5 минуты, а я только горочку даже не съела. Вы серьезно? Это, похоже, будет мое последнее видео на канале. Блин, итак, прошло уже 5 минут, то есть половина времени, а у меня все еще полный тазик. Господи, блин, хуже любого пацана. Поварный запас маленький. Это какой-то пухлый кролик, как в бане. Кто-нибудь умирал от чипсов? Осталась 1 минута. Господи, где? Уже 10 минут ем чипсы. Эх, буфетов. Время. Ну что я могу сказать? Съесть 6 пачек, то есть 1111 чипсингов, нереально за 10 минут. Я бы сказала, я даже одну еле съела. Ребята, в общем, я старалась. Любое видео, кто съест целый тазик за 10 минут, знаете, это фейк. Ставьте мне лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо. С вами была Маша Маева, а я пошла мыться.